Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики, который работает в помощь изучающим диалектику в рамках Красного университета Фонда рабочей академии. Меня иногда спрашивают, а как к вам попасть? Я говорю, попасть нам элементарно. Записываешься в Красный университет, и все слушатели Красного университета, и те, которые живут в Ленинграде, и которые вдруг сюда внезапно приезжают в те дни, когда есть занятия кружка, всегда могут присутствовать на занятиях кружка. Ну, соответственно, те люди, которые систематически не занимаются и не взяли на себя обязательства глубоко и серьезно изучать ленинизм, естественно, так сказать, их пребывание на кружке будет некоторой помехой для того, чтобы там идти вперед, потому что мы не можем здесь останавливаться, мы должны двигаться. А поскольку все занятия кружка записаны за много лет, то каждый человек, который может заниматься самостоятельно или вместе с товарищами, он может просматривать одно за другим и нас быстро догонять. Хотя догонять нас уже довольно тяжело, потому что много этих занятий. А много их, потому что мы занимались чем? Штудированием. Штудирование отличается от чтения тем, что многократно, значит, возвращаемся к тем местам, которые являются сложными, рассматриваем их с разной стороны. Сначала прочитаем для того, чтобы видеть картину целого, потом пытаемся понять движение категории от простого к сложному. Где-то мы уже поймем, а где-то мы еще не поняли. И постепенно картина, диалектическая картина движения категорий, она становится все более и более полной. Вот. А если кто скажет, что он, так сказать, все уже разобрал в науке логики, то можно в него плюнуть. В том числе это относится и ко мне, как к руководителю кружка, который я представляю. Это первое. Но в то же время, именно потому, что у нас уже очень много занятий, и интерес очень возрос, я сужу по некоторым таким объективным параметрам. Вот есть лекция «Введение в науку логики» у Пучкова на топичке Гоблина. Ее посмотрело более 400 тысяч человек. Если более 400 тысяч человек смотрят лекцию «Введение в науку логики», мы должны констатировать, что вот начались новые времена, которых никогда не было ни в Советском Союзе, ни в России. Новые времена, когда вопрос о науке логики, это стал вопросом очень важным, потому что никакие будущие проблемы и проблемы борьбы на серьезном уровне, не на уровне того, что мы там где-то чего-то поизучаем просто в кружке, на серьезном уровне невозможно решить без диалектики. И как мы с вами уже не раз подчеркивали, что без диалектики нельзя вполне понять капитала Маркса, поэтому нельзя вполне стать марксистом. Марксистом можно стать, но не вполне. Ну а без политэкономии и философии, диалектики, научный социализм не научный. Какой он научный, когда он оторван от философии и от политэкономии? Поэтому, и хотя у Ленина называется соответствующая статья «Три источника» и «Три составных части марксизма», но надо понимать, с учетом того, что мы с вами уже изучили, и в этом, собственно, к этому сводится содержание статьи, Ленин-то в этой статье и показывает, что он марксизм создан из одного куска стали, а не из частей, которые механически собраны с помощью шурупов, клея и еще каким-нибудь другим образом. То есть как раз мысль-то Ленина и сводится к тому, о чем мы уже с вами не раз говорили, что это моменты марксизма, то есть неотделимые, неразделимые, невозможно стать марксистом. Вот иногда у меня такая мысль была в молодые годы, что какие люди это, вот Маркс и Энгельс, они сразу три науки изучают. Они на самом деле изучали общество. А если хотите изучить общество, ну как вы собираетесь его изучить? Те, которые, как говорится, изучают только экономическую часть, они не могут изучить никак базис, потому что базис он только тогда, когда на базисе стоит надстройка политическая, правильно? Если люди изучают надстройку, то есть научные коммунисты, так называемые, какие же они научные коммунисты? Это не надстройка, потому что надстройка – это она над базисом. Если базис они не изучают, это и не надстройка,
Это все оторвано. Это вот все это, или, сказать, это рядом на стройке лежат такие большие куски, части, которые, из которых вроде нужно собирать. А как вы их не собираете, не свинчиваете, ничего уже не получится. Но и остается, сказать, вот смотрите, философия, политэкономия и научный коммунизм. Без диалектики можно это понять, это вот единство? Невозможно. Поэтому на это и обращает внимание Ленин, и поэтому некоторые кипят, вот как Кравецкий по этому поводу. Зачем это? И зачем изучать эту диалектику? То есть они прекрасно понимают, что это самое могучее оружие. И если они у нас его не могут отнять, то, по крайней мере, так сказать, пытаются, так сказать, остановить трудящихся от того, чтобы они этим оружием овладели. И тот, кто овладеет оружием диалектики, он будет выигрывать. Мы, кстати, вот можно было убедиться, нам все время идут какие-то предложения с кем-нибудь поспорить, в том числе и мне. Ну и я не видел такого спора, где бы, сказать, можно было бы, или нельзя было бы вполне достойно с позиции диалектики поспорить с этими товарищами. Особенно характерен спор с Бийцем, в который, так сказать, нас втравил товарищ Двуреченский, дескать, давайте красная жара. Что это такое красная жара? Не знаю, наверное, тепло, но, во всяком случае, спор был около кирпичной стены и в тапочках, так бывает, когда уже привели на расстрел. Так, там так, картина. В тапочках. Ну да, в тапочках, нет, не в белых, в пластмассовых. Ну так они, да, на стульчиках, пластмассовые тапочки такие. И вот внимательный человек, который слушает за тем, что говорил Бик, смог обратить, и я обратил внимание на это всех зрителей, на то, что вот Бейц сказал, что «а России нет, как государство, нет России». Ну, говорю, ну вот с такой точки зрения, что России нет, вы уже теперь никуда никогда не подниметесь и никуда не пройдете. Последующие события показали, что в этой самой РРП, Революционной рабочей партии, не знаю, почему, в чем ее революционность и в чем рабочесть, значит, произошел раскол. Одна часть, в которой Бейц, исключила всех остальных. Другая часть, в которой не Бейц, исключила первую половину. То есть всех исключили. А Бейц умер еще. Он говорит, ну так вот, не повезло человеку. Чего? Ну, умер человек, ну что делать? Я ничего не хочу тут по этому поводу сказать, но я знаю уже очень много из своего опыта, что люди, которые болтаются и не занимают прогрессивную позицию, у них из-за здоровья бывает плохо. Медленно заживает. А вообще известно, например, из опыта военных всяких сражений, военных действий, что у тех, кто идет в наступление, раны заживают. А у тех, кто отступает, раны открываются. И это непреложный факт. Вот, скажем, что касается деятельности Рабочей партии России, тут все понятно. У нас нет таких проблем, над чем мы страдаем. Мы не страдаем, у нас не хватает сил, времени, потому что расширяется масштаб работы, но приходят новые люди, они тоже подставляют плечо и так далее. Но нам некогда, конечно, вот страдать. Владимир Александрович, вам есть время страдать? Нет, он бы пострадал, конечно. У него основания страдать много, а времени нету. А вот Валерий Александрович, как у вас насчет страданий? Да, мне в такие заботы. Мне тут дай-ка таким количеством слушателей с этой организации дела. Вот, так что, ну и где этот Соркин, как выяснилось, и он это все рассказал на этой дискуссии, что у них, оказывается, метод работы такой. Я к вам сказал, вы скажете, Степан Степанович, Валерий Александрович, и так вот постепенно до кого-то дойдет. И так они будут 100 лет организовывать от двора к двору, от квартиры к квартире, ну то есть это просто куром на смех. Это все человек рассказал всерьез. Но я вот это все слушал на дискуссии, а потом спрашиваю, ну а до какого же времени у вас-то диктатура пролетариата? Потому что у нас вот разные тут есть позиции. Он говорит, ну да, на переходный период. Я говорю, ну с чем я вас и поздравляю. То есть вы гораздо хуже, чем Хрущев. Тот-то все-таки, когда в 61-м году вы отказались от диктатуры пролетариата, а вы бы отказались в 36-м. Да вы 1000 раз хуже. Ну и все. И где этот Соркин? Вот. Так что, причем обращаю ваше внимание, так сказать, что с нашей стороны никаких попыток вдруг начать с кем-то дискуссию вообще не было. Мы ни с кем никакую дискуссию не начинали. Правильно? Ну вот с Кравецким. Мы разве начинали дискуссию? Нет. Мне вот звонил
Клим Александрович Жуков и говорит, слушайте, Миколаевич, ну это же ни в какие ворота не лезет там, что-то выступает против диалектики. Надо же как-то на это ответить, но я не могу уклониться от этого. Мы, так сказать, сделали соответствующий ролик. И чего, прославился после этого Кравецкий? Нет, мы еще такого плохого про него не говорили, но просто видно, что человек у него уже неквалифицированный, враг диалектики. Раз враг диалектики, враг марксизма. А раз враг марксизма, о чем тут разговор? Так у нас много врагов марксизма. Ничем он не лучше и не хуже, у нас их полно. И все они отрицают диалектику, потому что это страшное оружие, это оружие марксистское прежде всего. Вот. Ну вот еще один товарищ Бузгалин, которого я давно знаю, я его в свое время на его докторскую писал положительную рецензию. По его инициативе тоже, потому что я как-то высказался в очень резких тонах насчет него и насчет его приятеля, тоже доктора наук, Колганова. Ну, тот такой более спокойный, менее такой широко распространяющий свои мысли, не очень глубокий. Ну, позвонил мне домой, мы, наши телефоны все обозначены. Вы знаете, что рабочую партию найти легче, чем Единую Россию, потому что наши домашние телефоны вывешены во многом числе экземпляров во всех газетах, какие мы выпускаем, и на сайте нашего самого Рабочей партии России. То есть мы совершенно открыты для трудящихся, в том числе и для спецслужб, для всех. Это тоже трудящиеся, они трудятся на очень важном посту. И как сказал товарищ Бортников, мы всегда защищаем государство. Был товарищ Сталин, мы его защищали. В большой статье, которую он опубликовал на трех страницах газеты нашей буржуазии, буржуазного правительства имени Медведева, вот, которая называется «Российская газета». Очень хорошая статья. Мне очень понравилась статья товарища Бортникова. Некоторым не нравится. И он там объяснил, что репрессии были очень узкие. И пришел товарищ Берия и репрессировал тех, кто нарушал. Так что вот... А вот то, что товарищ гражданин Хрущев Берию репрессировал, это нехорошо. Потому что нет, для этого не было никаких оснований. Взяли и застрелили его. Просто взяли и убили. Да. Вот, так что, имея в виду, что у нас так приближается окончание учебного года, вот мы видим, что это такая хорошая наука. И что дальше, так сказать, ну, Бузгалин, наши товарищи, к которым я позвонил, примите участие, дальше всегда готовы. Ну, у нас люди-то занимаются, университет, преподаватели, им какая проблема выступить-то и поспорить. Они только и делают, так сказать, уже головы такие от того, что спорят все время. Натренированный народ. Ну, так сказать, что дальше? Дальше звонит мне товарищ, пишет товарищ Бузгалина Булавка, что вот Михаил Васильевич, мы подготовили текст этого всего для дискуссии и хотим ее издать в журнале «Альтернативы» во втором номере. Я говорю, хорошо. Так вот, вычитайте, говорит, вы это дело. Я вычитал все, хорошо, сделано там, поправки, мало сделал поправок, все аккуратно. За основу они взяли, конечно, самый полный текст. А где самый полный текст? На канале Фонда Рабочей Академии. А где они могут взять самый полный текст? Я проверил, этот, все там есть. Ну вот, и поэтому, так сказать, ну я тогда написал, я вот все это вычитал, отправляю. Вы нам 6 экземплярчик это пришлите, ну чтобы тем, кто выступал, хоть дать. Ну пообещала, вот Бузгалина Булавка, что выйдет журнал «Альтернатива». Это бывший коммунист, который переделан вот журнал «Альтернативы». Ну вот и тогда. Так что у нас постоянно идут дискуссии, которые мы вообще не начинаем. Вы какую-нибудь знаете дискуссию, чтобы мы выйти и сказать, хотим вот дискутировать с кем подискутировать. У нас есть работа, хотя мы занимаемся. У нас задача вообще не дискутировать, у нас задача пропагандировать это. Ну это есть такая форма пропаганды. Если кто-то хочет с нами подискутировать и проверить, насколько у нас прочные позиции, это же хорошо. Поэтому мы всегда благодарны тем, кто хочет с нами дискутировать. Мы никогда не отказываемся, ну и никогда и не напрашиваемся. Тем более это серьезное дело, это надо готовить, это надо записывать, а у нас сил мало. И приходят люди, которые вроде не являются нашими прямыми союзниками, но они это организовывают, делают хорошо, ничего не искажают. Но если кто-то будет искажать, мы туда не будем ходить, правильно? И все дела. Поэтому пока не искажать, почему бы не поучаствовать? Пожалуйста, так сказать, участвуйте. У нас была дискуссия с некоторыми там в свое время товарищами молодыми из РКРП, очень хорошая, после которой мы так тесно с ней задружились.
Ну, потом как-то опять они охладели ко всему, потому что у них другие проблемы. У них надо идти как-то вот наверх по системе выборной. Ну, а у нас движение наверх с этим не совпадает. У нас вверх по-другому понимается. Вот. Надо сказать, что вот есть такая книга, которую я всем очень рекомендую, интересная, которая совершенно понятная, в отличие от науки логики, которая называется «Книга Сумина. Ленин, Гегель и судьба России». И характерная такая обложка. Значит, бескрайние поля, пшеничные, сосна и портрет Гегеля. На сосне. На, вот, представляете? «Гегель и судьба России». И дальше там объясняется, что во всех странах нынешних, современных, идеология базируется на чем? Ну, на религии. Кроме вот СССР. В СССР, в стране победившего социализма, идеология базировалась на философии. Причем на философии Гегеля, хотя он идеалист. Ну, так сказать, дескать, то, что он идеалист, это все знают, а его не мы у него взяли диалектику и положили в основу идеологии. Нет другой страны, поэтому нам оглядываться вообще не на кого. Если кто думает, что где-то лучше изучать диалектику, такого не может быть. Почему? А потому что они Святое Писание там изучают, и, так сказать, счастливый путь. Это тоже хорошо. Я, например, тоже прочитал Библию сначала до конца, полное каноническое издание, очень полезно. Особенно для дискуссий. Ты начинаешь их спрашивать, откуда бы взялся этот дьявол? Чего же Бог создавал, создавал мир и вдруг дьявол? Но с точки зрения диалектики, мы понимаем, что есть противоречие. То есть другая сторона. А как вот тут-то объяснять, что человек все устроил, мы устроили дьявол. Я ехал с такой девушкой, очень молодой, в поезде, в одном вагоне. Она, значит, ехала с какого-то мероприятия богоугодного. Я ее поэтому, так сказать, вот мне интересно было выяснить этот вопрос. Так это, говорит, Бог тут ни при чем, он падший ангел. Я говорю, ну что это за кадровая политика такая? Что набирает ангелов, таких, которые падшие. Потом, а этот Петр... Он сколько раз предал Христа? Три. Три раза предал. Ну что это такое? Что-то окружает предатели. Вот у нас, ну не знаю, у нас кто-нибудь предал вас в партии? У нас там какие-то, ну партию в целом предали, это есть. Ну так, чтобы взять и предать, да три раза, у нас три раза не может. Исключили еще один. Как два, второй-то уже не получается, и третий. Но если снова мы примем, можем и второй исключить. Раз. Если уж третий раз примем, можем и третий, но это целое, такого я не знаю. Я думаю, никто не захочет уже третий раз принимать. А? Вот. Так что это тоже все полезно. Прощенное и вот я делаю в виду к тому, что вот здесь присутствует вот Марат Сергеевич Удовиченко, который подумал о болях и нуждах тех, кто от нас отстает немножко, о молодых, которые сейчас начинают изучать науку логики, а мы вроде как бы далеко ушли. Ну так им надо помочь, нас догнать. Или мы хотим от них оторваться, чтобы нас никогда не догнали. Ну вот, мы, так сказать, исходили вот с Маратом Сергеевичем из того, что пусть догоняют, ничего плохого. Если кто-то будет лучше меня знать диалектику, это плохо, или мне что плохо? Да, пожалуйста, пусть проводит кружок. Это замечательно. Я все жду, когда меня сменят. Что-то как-то трудно. Ну вот, появилась инициатива. И эта инициатива не просто появилась, а реализовалась. То есть мы многократно оставались тут после разных занятий, и кружка, и Красного университета, и получился уже некоторый цикл, который, так сказать, поясняет некоторые непонятные вопросы для тех, кто самостоятельно сейчас начинает снова изучать диалектику. От первых категорий, от ничто. И, как выяснилось, есть про ничто что рассказать, и вопросов много про ничто. Про бытие что-то мало вопросов, от ничто вот вызвало много вопросов. Есть еще можно подумать, что у нас люди очень богатые, так сказать, не спрашивают не про денег, а все спрашивают про отсутствие денег. Вот как, откуда у нас, говорит, отсутствие денег? Ну как, посмотрите на присутствие денег у других и поймете, почему у вас отсутствие. Вот. Ну, во всяком случае, вопрос такой стоит. И вот это все вывешено, вот. И получился довольно такой же интересный материал, последовательный, и уже поступили вопросы, и уже записаны ответы на вопросы, и... Вот Марат Сергеевич собирается это продолжать не спеша, поскольку наша, так сказать, вот задача фундаментальная, и она и решается. И я попросил
Марата Сергеевича прислать мне ссылочки и разрешение разместить на наших ресурсах. Марат Сергеевич, да пожалуйста, как мы же эти диалекты не воруем, а наоборот распространяем. Поэтому, значит, я послал соответствующее письмо товарищу Тюлиневу, руководителю рабочего ТВ, чтобы на канале Фонда Рабочей Академии вы на Ютьюбе были размещены эти ссылки, и товарищ Тюленев поставил вот там, где есть плейлист кружка, там же указаны. И вот я чувствую, уже товарищ Войсковский уже смотрел, потому что он все следил и будет, не появится ли что-нибудь по диалектике еще, потому что ему вот этой книги мало, и он хочет еще что-то, значит. Не, просто нашел. В группе Фонда Рабочей Академии я увидел. Да, то есть вот, то есть уже люди видят, даже вот рядом с вами сидит, поэтому это вот твердое подтверждение. Ну вот, собственно, это то, что я хотел сказать предварительно, потому что когда мы идем вперед, мы должны себя поддерживать, потому что чем мы себя можем поддержать? Ну тем, что идет вот такое движение, что это движение неостановимо. Неостановимо, и что это движение самой, можно сказать, вот самой идеи, но идея не в духе Гегеля, а идея в смысле того, что народ изучает, и то, что представляет собой богатство наука логики, это богатство осваивается. А если это большое богатство, оно осваивается с трудом. Но осваивается. И мы продолжаем идти. И на чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы уже с вами занимаемся понятием, учением о понятии. У нас люди с понятиями здесь. Вот, они без понятий. До этого мы были людьми без понятий, только с бытием и с сущностью. А теперь мы уже людьми, люди стали с понятием. И среди этих понятий мы разобрали и категории очень важные. И даже хорошо разобрали. И мне кажется, что это товарищи усвоили всеобщее, особенное, единичное. Да? Причем с пониманием того, что это вот деление, оно не вот здесь выдумано, оно просто отражает то, что связано с понятием, как снятым, снятой сущностью. А снятие сущности – это значит возвращение к бытию. Значит, мы должны рассматривать любой объект и с точки зрения его, так сказать, и непосредственности, это как бытие, и рефлективно, то есть как учение о сущности, ну и понятийно, то есть когда мы и то, и другое объединяем. И дальше мы уже перешли от категории всеобщего, особенного, единичного, который мы будем считать изучили, не значит, что мы изучили вполне и до конца. Вот, это полезно, как интересно читать, когда понимаешь. Интереснее читать, чем когда не понимаешь. Но мы дошли уже до суждений. И форма суждений, на которые люди, на сами суждения, с которыми связано познание, выражение в понятиях, внимания не обращают. В том числе и великие люди, которые разработали формальную логику, как Аристотель, они расклассифицировали это суждение, но без понимания их движения и диалектики, поскольку не было тогда еще диалектической логики, это не в укор Аристотелю, как говорится, еще не дошла до этого философия. Потому что философия до этого дошла за 2000 лет. Ну, она 2000 лет к этому шла, а мы занимаемся там несколько лет. Это по сравнению с 2000 лет, это вообще немного, правда же? То есть мы очень быстро идем. Валерий Александрович, мы быстрее идем, чем все человечество шло к этим вещам. Там, получается, уже не 2, а 2,5 уже. Да, все очень быстро. И вот суждение, которое кажется очень простым, сначала пишется очень просто, формально субъект, есть предикат. Это обычно принято в формальной логике. Но субъект – это единичное, говорит. И в качестве субъекта берется единичное, а в качестве предиката это берется всеобщее, и уже мы попали в ту сферу, в которой движутся категории. Субъект из предиката – это откуда-то принесено это название, и никакого движения нет. А тут все есть, потому что за единичным целая история, и за всеобщим целая история, субъект есть предикат. Ну вот, если мы посмотрим на то, что написано, субъект есть предикат, мы уже разобрали это позитивное, положительное суждение, и, между прочим, обнаружили, но субъект это же не предикат. Но вот это не, вот если написано, субъект есть предикат, неужели непонятно, ну, посмотрите, тут субъект, а тут предикат.
Татьяна Владимировна, ну правда же субъект не предикат? А предикат не субъект. Ну, согласитесь. А написано, субъект есть предикат. То есть что написано так? Написано за противоречивое высказывание, противоречивое. И это не сразу бросается в глаза, как люди привыкают. Хотя вот, ну, что написано, субъект есть предикат. Субъект есть субъект. А предикат есть предикат, это да. А вот что субъект есть предикат, это чего вы взяли-то? Ну, взяли-то мы это из того, из чего? Из того, как люди, так сказать, как формируется понятие. И вот как формируется суждение. Оно имеет такую форму, оно имеет место в языке. А что такое язык? Человеческий язык. Не немецкий, не французский, не русский. А человеческий язык, или, по крайней мере, в любом развитом языке, это есть. Значит, это то, что есть в языке, а язык – душа народа, и в нем закрепляется то, что прошло миллиарды раз, так сказать, через всякие высказывания, поэтому это не случайно. Поэтому мы изучаем уже, что отражение, это же субъективная логика, вот это. То есть это отражение объективного мира, отражение всей истории человечества, в чем? В понятиях. И суждение – это вот такая форма отражения. И мы очень легко усвоили, что форма такая, непосредственная форма суждения положительно. Нам известно. Вот сейчас я спрошу Владимир Александрович, он запросто ответит. Какая непосредственная форма положительного суждения? Единичная есть всеобщая. Все, видите, как у нас это элементарно просто. А дальше мы рассматриваем, выясняется из этого материала прошлого занятия, что вот это вот получается единичное, всеобщее, а всеобщее это только одно качество этого единичного. То единичного полно качеств. Полно. Поэтому единичное это есть всеобщее, а вот то, что выступает как всеобщее, оно-то на самом деле единичное качество. Наоборот. Все наоборот. И получается, что вот это вот единичное есть всеобщее. Это форма положительного суждения. А содержание положительного суждения прям противоположное. Но вас удивляет, что если вы в глубину войдете, там будет то, что не так. А содержание в чем суждение? Что вот это всеобщее, единичное, то есть это на самом деле всеобщее. Ну, возьмите любое яблоко, одно яблоко, оно же там все, сколько у него качеств, и размер у него особый, да? И вкус у него особый, и ни с чем оно не сравнимо, никаким, хотя бы возьмете вы яблоки того же сорта, с таким же названием, все равно он. То есть сколько у него качеств? Тьма. А тут то одно, что он всего лишь яблоко. Ну, тут яблоко много может быть, а это вот только одна сторона. То есть единичное, всеобщее есть единичное. Вот что мы выяснили. А это содержание. Это вот я сейчас только рассказываю содержание прошлого занятия. Всеобщее есть единичное. И что мы получили? А вот надо осознать, что мы получили. А мы получили, что произошло отрицание и всеобщего, и единичного. То единичное отрицало себя и выставило как всеобщее, а всеобщее отрицало себя и выставило как единичное. Если все отрицается, ну так значит это и то, и другое отрицается, это суждение. И тогда совершается переход к чему? К отрицательному суждению. То есть переход. Вот обратите внимание, что я не просто сейчас сказал, будем сейчас изучать отрицательное суждение. А с чего бы мы это вдруг стали? А дескать, а мы уже изучали положительное, давай будем изучать отрицательное. Ну так, это, а где переходы? То есть, вот скажем, наши товарищи уже не первый год занимаются в кружке. Если им скажешь, что давайте перейдем, он скажет, а где переход? Так просто никто это не примет, потому что это вообще вопрос о движении, это логика диалектическая, здесь не бывает так. И каждая следующая категория в снятом виде содержит все предыдущие. Почему, например, Гегель говорит, что в нем потонуло все содержание предшествующих разделов? Вот вы изучали бытие наличное? Изучали учение о сущности? Ну, в категориях понятия это все утонуло. Ну, что значит утонуло? Оно же есть? Ну, где оно есть? Ну, в снятом виде, с отрицанием там. То есть можно доставать
это утопленника, так сказать. И с учетом вот этого, как понимать то, что у нас есть. У нас вода не просто чистая, а в ней все это заключено. Все заключено в понятии, все предшествующее движение заключено в понятии. Поэтому это вовсе не... Это такой бульон, и там еще и хорошие куски мяса в этом бульоне. А не просто так, что у нас понятие пар только идет. Вот сверху это понятие, а там, значит, кастрюля – это бытие, а сущность – это суп. А тут пар, и мы этим паром занимаем. Нет, у нас вот весь бульон наш, и кастрюля наша. Мы ее едим. А мы ее едим, и как хотим, так и распоряжаемся, то есть, потому что это все мы отрицаем, когда мы пользуемся. Правда? Раз и съели курочку. Курочку съели. Что вы сделали? Сейчас Борис Николаевич сейчас скажет, а я формирую более высокой формы белок. Человеческий белок более высокий по структуре, чем куриный. Ну тогда ладно, тогда вы носитель прогресса. А так, если вы просто бы взяли и растоптали сапогом, это недопустимо. Конечно. Это ни в коем случае. Так, ну вот, значит, что у нас получилось? Что каждая сторона положительного суждения перешла в свою противоположность, когда мы разобрали содержание положительного суждения. Значит, получили мы суждение отрицательное. А как оно звучит? Единичное, не есть всеобщее. Вот если я бы вам раньше это сказал на прошлом занятии, вы бы никто не удивился, правда? Ну ясно, что единичное не всеобщее, Владимир Александрович. Вы будете спорить? Ну что тут спорить? Ну, написано, это единичное, это всеобщее. Ну ясно, что единичное не всеобщее. Если было бы то же самое, так они бы были. Единичное – это есть единичное. А всеобщее – это всеобщее. А тут единичное не всеобщее. Это форма отрицательного суждения. Кто не понял, кто говорит, вот трудная диалектика. Что тут трудного-то? Единичное – это не всеобщее. Валерий Александрович, вы поняли? Да. Элементарно. Что тут непонятно? В третьем томе нам все ясно. Почти. Почти. Единичное – не всеобщее. Вот. Это очень важно. Значит, обращаю ваше внимание на вот переход. Переход, когда, где надо искать? Ну, вот если мы переходим к отрицательному суждению, да, я уже объявил, что у нас теперь предметом изучения отрицательное суждение является. Это страница 58 у тех, кто не только получил книгу, но и носит ее с собой у сердца. Вот. Но если люди маленькие, им тяжело. Они ее не носят. Не будем показывать пальцем. Так. Единичное есть всеобщее. Суждение, рассматриваемое, во-первых, по своей форме, гласит, единичное есть всеобщее. Это вот мы берем абзац перед отрицательным суждением. Почему? Потому что мы почему-то доказываемся, что если идет переход от положительного суждения к отрицательному, то этот переход будет в последнем абзаце сформулирован. Я правильно рассуждаю? Да. Логично, правда? То есть невозможно спорить. И что говорят, что трудно понять, я не знаю. Все, по-моему, понятно. Если вы видите какой-то переход, если мне нужно перейти через по мостику через канал, то надо подойти прямо к мостику. Если я не подошел к этому мостику, то я не перейду через канал. Поэтому ничего тут такого нету. Если я хочу понять, как совершается переход к отрицательному суждению, так я вот прямо подошел вплотную, беру последний абзац перед этим. Я правильно поступаю? То есть это есть нехитрые приемы, у них ничего нет диалектического, такого особенного. Но это непременный атрибут диалектики, потому что ну, переход он должен быть именно переходом, когда вот вы идете от того, что было перед этим, к тому, что теперь будете рассматривать. Вот мы и видим. Итак, пишет Гегель, он много там писал, мы там разбирали, обсуждали, а вот сейчас подбиваем итоги. Итак, суждение рассматриваем, во-первых, по своей форме, чтобы нам, он как будто вот Гегель издавался прямо для нашего кружка, чтобы нам было понятно, он, во-первых, выделил курсивом. Вот у нас люди многие пишут всякие заметки, статьи, не выделяют курсивом то, что считают важным, а им все равно, что важно, что не важно. Вот Ленин, когда писал «Цель социалистического производства для дураков» или для таких, как Хрущев, выделил курсивом, что цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества курсивом. Все равно выкинули. Вот, говорит, раз курсивом. Пусть будет просто удовлетворение потребностей. Пьет, пусть еще пьет, потребность удовлетворяет. Курит,
пусть больше курит. У вас какие потребности? Наркотики. Давайте наркотики. У нас, я думаю, к нам приедут новые участники. Да. Если просмотров увеличится. Так, итак, суждение, рассматриваемое, во-первых, по своей форме, гласит, единичный есть всеобщее. Это новость для нас? Нет, это не новость. Мы это вот уже все, вот уже здесь нас очертило, уже сколько раз мы это одно повторяем, вроде бы как уже тут нечего и повторять. А вот тут и совершается раз, и переворот, переход. Но вернее будет сказать, что такое непосредственное, непосредственно курсивом. Это только непосредственное видение. То есть это если вы в глубину, вот если непосредственно на этот микрофон смотреть, то вообще видно, что он, так сказать, уже не новый, потому что он перемотан прозрачной пленочкой, и вообще он снаружи черный. Наверное, там внутри неизвестно что. Но это непосредственно, а что в нем, не знаю. Какое-то устройство. Наверное, вы для кого записываете, для каких организаций? Здесь вы бесплатно. А где вы деньги получаете? Не знаете, да? Ну вы не знаете, а те, кто... А те, кто платят, те знают. Мы не знаем. Ну, это только непосредственно. Что там опосредственно, это второй вопрос. Он точно так же может ловить его где угодно там. Так, но вернее будет сказать, что такое непосредственное курсивом, единичное, не всеобщее и не выделено курсивом. Поскольку это непривычно для наших товарищей, для нас, курсив. Я еще тут карандашом подчеркнул три раза снизу и справа вниз, и кружочек вывел, чтобы я только это не забыл. И чтобы товарищи донес, что не всеобщее. Ну, если кто будет спорить, что единичное не всеобщее? Владимир Александрович, будете спорить? Единичное – это же единичное, как же оно всеобщее? Это ясно же дело, что единичное – это единичное. Единичное, то есть... Но мы, если скажем единичное, это нас не продвигает. Это называется как? Тавтология. А вот если мы скажем уже научно, единичное не всеобщее, это продвигает. Вы согласны? Ну, на том основании, что единичное – это единичное, мы скажем единичное не всеобщее. Вот эта мысль нам приходит в голову потом. Потому что странно, что люди смотрят, столетиями смотрели на форму суждения, что единичное есть всеобщее. А только вот в лице Гегеля стали понимать, что на самом деле смысл-то суждения в том, что единичное – это не всеобщее. Что это есть, не просто, так сказать, это связка. Так она связывает противоположность. Вас удивляет, что это единство и борьба противоположностей в суждении, вот, Марат Алексеевич? Вас это удивляет, если вы знаете, что диалектика занимается противоречиями, единством и борьбой, и она видит их во всем. Ну, во всем-то каждый может увидеть, а вы попробуйте увидеть их уже в каких категориях. Где-то мертвые, можно сказать, мертвые, такие схемы были языковые. А тут в этих мертвых схемах, он, ну, если это язык, он же отражать должен. Так что единичный – не всеобщее. Вот я не предлагаю вам выбросить то, что мы раньше говорили, когда мы говорили, что единичное есть всеобщее. То есть мы это утверждение должны взять вместе с тем. Мы то-то уже усвоили, мы же его не выбрасываем. Вот я спрашивал, тот же Владимир Александрович спокойно сказал, что единичное есть всеобщее. Вы отрекаетесь от того, что вы сказали? Вот он не отрекается, а он и берет вместе. Только что удивительно в том, что диалектика состоит в том, чтобы взять вместе, совместить два противоположных утверждения. Две противоположности. Это единство, единство есть, есть. Где единство есть? Вот эта связка есть, это и же единство. Она никуда не одевается. Они же связаны. Связка. Но если она связка, что если она связывает? Если бы веревка даже была, так веревка, если связаны левые и правые, значит, это единство их. Но это связка. Кому непонятно, что связка связывает? Значит, и единичное, и всеобщее связаны. Как они связаны? Ну, во-первых, тем, что единичное есть всеобщее, во-вторых, тем, что единичное не есть всеобщее. Только вот связка будет отрицательная. От того, что вы это покрасите белую веревку в черный цвет, от этого она не перестанет быть связкой. Правильно? Ну что, ну напишите «не есть», что от этого не распадется, что ли, эта вот формула. Она не распадется, она будет просто другой. Это будет что? Это будет содержание уже положительного суждения. А то была форма. Это мы уже знаем. Его предикат имеет более широкий объем, и, следовательно, оно ему не соответствует. Логично?
Угу. Логично. Субъект есть нечто непосредственно, само по себе сущее. Сущее непосредственно курсивом, само по себе сущее курсивом. И потому представляет собой противоположность этой абстракции. Вот она, противоположность. Люди слышали про закон единства борьбы противоположности? Вы посмотрите, где он тут есть. Вот прямо тут вот он и есть. Противоположность этой абстракции, этой положенной через опосредствование всеобщности, которая должна была быть высказана о нем в суждении. Это во-первых. Во-вторых, суждение рассматривается по его содержанию или как предложение всеобщее единично. Это мы проходили. Это я сейчас даже повторять не буду, это мы как бы уже знаем из прошлого занятия. Кто не знает, берет, открывает и еще раз увидит сам себя, как он кивает. Поэтому, так сказать, уже никто не сможет от этого отказаться. Это ведь записывается для чего? Чтобы потом никто не мог отречься. На суде. На суде, да? Все, вот, все записано, все ходы. Так, всеобщее единичное. В этом случае всеобщее единичное курсивом и в кавычках. В этом случае субъект есть нечто всеобщее с многообразными качествами. Ну, так оно и есть, правильно? Возьмите любое яблочко, какое оно там, какое у него качество. И пахнет хорошо, и цвет-то такой, и переливается, наливное оно. А есть не наливное, а есть наливное. А так как его определенность и суть пока что лишь качество, свойство или акциденции, то его тотальность есть дурно бесконечно множество их. А мы знаем, что такое дурная бесконечность. Это прибавляется, 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 дурно бесконечное. Это не значит, что это вообще не надо использовать. Ну просто это только сводится к перечислению. Поэтому такой субъект, скорее, не есть такого рода единичное свойство. Вот всеобщее единично, да? Ну, предложение. Но на самом деле он не есть такого рода единичное свойство. Нет, это не единично. Поэтому такой субъект, скорее, не есть такого рода единичное свойство, которое высказывается его предикатом. Скорее не есть. Видите как? Оба предложения должны быть поэтому подвергнуться отрицанию, курсивом опять, подвергнуться отрицанию, оба предложения. И о том, что единичное всеобщее, и то, что всеобщее единичное. И положительное суждение должно скорее быть положено, как отрицательное. А что мы получили? Что всеобщее, что единичное не всеобщее, а всеобщее не единично. И оба с нет. Значит, и что мы получили? Отрицательное суждение, с чем я вас хочу и поздравить. Это же здорово. Мы переход рассмотрели. Вы можете сказать, что а где же само отрицательное суждение? Осталось 5 минут. Это у нас что, главное, переходы или рассмотрение того, к чему мы перешли? У нас рассмотрение переходы. Вот мы переход мы здесь провели. У нас осталось 5 минут, и я буду говорить, что мы должны теперь сделать. Мы должны с вами... Значит, как я понимаю, нынешнее занятие будет обозначено как занятие по вопросу о переходе положительного суждения в отрицательное суждение. Переход положительного суждения в отрицательное. Я вот, так сказать, каждый раз после каждого занятия должен писать описание и отправлять его. Товарищ Степан Степанович относит флешку Сергею Викторовичу Тюленеву, а я по электронной почте описание, что было. Они там собираются, красиво оформляются и вывешиваются для всех. И мы видим, что просмотров чуть-чуть больше, чем здесь присутствует. Ну, раз. Ну, что-то точно. Потому что больше 1000 просмотров бывает занятий. Вот, и люди занимаются, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что это занятие проводится, как и вообще Красный университет, не для вот, так сказать, не узкого круга лиц, а для неопределенного круга лиц. Говорит на юридическом языке, да? Для неопределенного круга лиц. То есть хотите, смотрите, хоть миллиарды. У нас, если 7,5 миллиардов населения Земли, но взрослые будут смотреть. Ну, больше 3,5 миллиардов не будут смотреть. Поэтому там есть вот для просмотров. Ну и мы знаем, что, например, просмотров все больше и больше на канале Фонда Рабочей Академии. Там было меньше 10 тысяч, сейчас 20 тысяч с лишним. И это все увеличивается.
Вот. Значит, дальнейшее наше движение мы будем с вами в следующий раз. А следующий раз у нас будет 28 мая. 28 мая. И это будет последнее занятие в этом году, учебном. Учебный год 18-19 учебный год. Вот. Мы вот будем рассматривать отрицательное суждение, и на отрицательном суждении мы занятия в этом семестре, и, следовательно, в этом учебном году завершим и продолжим наши занятия уже в октябре 1918 года. 19-го. Я проверял внимательность. Народ не заснул. Значит, в октябре. Вот он, октябрь. 8 октября. Хороший такой так день. Записали. Значит, ну и впереди большая работа. То есть за время, которое до 8 октября, можно 10 раз прочитать «Науку логики» сначала до конца, все три тома. 10 раз точно можно прочитать. Но можно и кроме чтения еще поразбирать, посмотреть. Я вот видел, как товарищ Мазур взял, купил себе новый телефон, и все занятия кружка у него так вот оттолкнет в своем телефоне. Все-все. Сначала, до первого, до последнего. Он куда-нибудь поедет, далеко-далеко на своей машине, а у него все время там идет занятие кружка. И таких людей много у нас, людей и с телефонами, и с машинами, и они все. Им только не хватает вот изучения науки логики для того, чтобы быть, так сказать. Я думаю, скоро будет хорошим тоном. Если вы едете на хорошей машине, то вы должны, конечно, там включать не четко, что ба-ба-ба-ба, вы должны включать занятия кружка. По науке логики это хорошо. Вот. А почему плохо такие включать? Вот такую музыку включить, что она так отвлекает, что человек уже не смотрит за рулем. Тут она не сильно привлекает, тут точно будешь думать. Так сразу тут не побежишь туда, не углубишься. Тут трудно это углубляться, поэтому можно смотреть, слушать. Хорошо. Значит, в течение лета что можно сделать и что я бы советовал? Ну, вот взять и, скажем, если вы сейчас будете читать, все здесь присутствующие, с первого понятия, с чистого бытия, и дойдете до отрицательного суждения, это будет хорошая подготовка к занятиям по отрицательному суждению. Правильно? Почему? Потому что отрицательное суждение в снятом виде содержит... Положительное. Нет, оно содержит вообще всего. От чистого бытия до отрицательного суждения в снятом виде. Поэтому хорошая подготовка к изучению отрицательного суждения – это, так сказать, снова пройти до этого. Некоторые товарищи, изучающие науку логики, думают, как мы много времени теряем. Ну, поскольку, значит, вот так получилось, что я больше других товарищей, как говорят, на это время потратил, я не считаю это потерей, потому что всякое развитие умственное не есть потеря времени. Тем более, что время свободное – это время для свободного развития. Что дает изучение науки логики, независимо от того, на какой стадии вы этого изучения находите. Он дает такую внимательность к мыслям, к понятиям, к движению категорий, что вас уже, так сказать, от этого отвести куда-нибудь или обмануть, обдурачить. Совершенно невозможно, потому что вы каждый раз анализируете, что говорят-то, что вообще хотят сказать, что это означает. Поэтому это очень важно, и это способствует продвижению во всех областях, которыми приходится заниматься. По работе, по другим, по делам всяким, потому что вот изучение науки логики позволяет вам все это приводить в систему и двигаться быстрее. Ну, вот если я сошлюсь на свой опыт, вот я доктор философских наук, но я на философском факультете не учился ни одного дня. Не был студентом, не был аспирантом, не был в аспирантуре, не был в докторантуре. Я просто пришел и защитил докторскую диссертацию. Почему? На каком основании? Ну, на том основании-то другие это не читали, а я-то читал это все. Поэтому... Ну, соответственно, и у меня было много-то работ по философии, потому что когда вы имеете вот книгу «Науку логики», то у вас есть что сказать по самым разным вопросам философии.
и, скажем, развеять тот туман, который там запускается очень сильно и очень много. Поэтому вот, я как-то имел встречу с коллегой, мы с ним вместе были в аспирантуре, он тоже защищает докторство, хватает за сердце. Я говорю, ты чего так это плохо выглядишь? Вот, я докторство защищаю. Я говорю, так надо вот науку логики читать. Он говорит, ой, я так занят. Некогда, мне надо публикации делать. У тебя сколько публикаций? Он говорит, 20. А у меня 350. Есть разница? 355, если быть точным. Есть разница? Это мешает публикация? Не мешает. То есть я хочу сказать, что... И это касается самых разных областей деятельности. Самых разных. Скажем, вот я... У меня 5 внуков, и вот я, между прочим, на 2 внучек я лексику. Но без конфликтов ведь не проживешь, да? Вот выходим на улицу, внучка говорит, которая сейчас старше, ей уже больше, чем 24 года. Она говорит, ты плохой дедушка. Но она маленькая была, 5-летняя. Но если бы я не изучал диалектику, я сказал, да. Нет. И тогда бы у нас пошел спор, конфликт. Я говорю, я очень плохой. Смотрит на меня. Не очень. И так. Вот у меня сейчас внучка ей 6 лет. Когда ей было 5 лет, у нас тоже конфликт такой разразился, в ходе которого она однозначно заявила, что я плохой дедушка. Я тоже решил применить эту диалектику. Говорю, я очень плохой. Не очень. Ну, это дети непосредственно. Они так сразу говорят, не очень. Поэтому вот я сколько раз сделал, надо похвалить. Вот хочется сразу некоторым людям, которые вступают в спор, дать сразу по голове. Ну как вы дадите по голове? Вот профессор Моисенко, с которым мы написали 4 книги, декан экономического факультета, рассказывал мне такой анекдот. Что вот один товарищ, значит, повздорил с другим, вот, который ходил в камелавке. И тот, который ходил в камелавке, значит, раз этого товарища по физиономии 20 полоснул. А этот, который 20 полоснули, взял дубину и как жахнет по нему, и все. И вот этого несут в больницу первого. Он говорит, вот, я его 20 раз ударил, у меня всего 1 раз. И меня на руках несут. Он говорит, не надо мельтешить. Потому что на самом деле, если вы хотите кого-то ударить, в смысле идеологическом, что нужно делать? Так или как? Надо вот сначала так. Потому что если вы хотите хорошо ударить, то вовсе не надо сразу вот туда пихать. Такого удара не получится. Поэтому иногда достаточно вот проверить, что иногда можно согласиться, да. Вот я всегда соглашаюсь, скажем, мне бывает, я объясняю аспирантам, говорят, ну, это неправильно. Я говорю, ну, а где я могу? Это неверно. Ну, конечно, говорю, откуда мне? У меня же извилин мало, а у вас я чувствую много. Потом у меня, я даже не уверен, что у меня, если она и есть извилина, что она извилистая. А у вас, я думаю, все извилистые. И вот я ему это все рассказываю, народ уже над кем смеется? Ну, над ним. Это все. То есть я, например, если мне кто-то скажет, вы такой-сякой, я говорю, ну, конечно, а кто я еще? Я вообще страшный человек, я съедаю, не буду говорить даже, страшно самому сказать, чего я съедаю, как. Поэтому никогда не отказывайтесь, если вас, и все, и сразу гаснет это вот наступление, потому что, ну, видно, что глупость этого самого выступающего. Вот, то есть я хочу сказать, что мы этот кружок ведь делаем не только для того, чтобы освоить с научной точки зрения, а для того, чтобы чувствовать себя в жизни, в обычной, в практической жизни, во всех своих областях свободно. Что значит свободно? Свободно властить тем, что у человека самое главное. А что у человека самое главное? Самое главное. Вот я снова обращаюсь к Владимиру Александровичу. Что у вас? Рука, нога или что? Разум. Ну, мы разум развиваем. Но кто-то чем занимается? Кто-то вот это на велосипеде, кто педали нажимает. А у нас хобби такое, разум развивать свой. Ну, что делать, такой у нас недостаток. Свой фитнес-центр. И такие люди, и нас все время присоединяются, люди, такое движение началось.
которые тоже начинают такой же недостаток у себя развивать. То есть начинают развивать свой разум, мозг. Если вы развиваете свой мозг, значит, вы хотите победить, вы хотите превосходящего противника, у вас что, денег больше? Ну, у вас больше денег, чем у господствующего класса, а у нас денег меньше. Вы чем хотите взять? Мы хотим взять головой. Это правильно? Ну, только если мы хотим взять головой, значит, надо голову развивать. Поэтому вы не просто 355 работ, а 355 научных работ. Ну, научный каждый может сказать. Черт его знает, может, они не научные. Я думаю, что они в основном не научные. А вы сейчас будете доказывать, что они научные. И мне не надо доказывать, что они. Не надо. Вот, поэтому я хочу посоветовать товарищам, пожелать и порекомендовать в течение того времени, которое у вас получается, найти то время среди тех часов, которые мы располагаем, для своего свободного развития, для развития своего мозга. И не говорить так, что мне некогда заниматься развитием своего мозга. Потому что если человеку некогда заниматься развитием своего мозга, это тяжелая болезнь. Ну, как-то надо что-то поджать, но мозг не забывать. Ну, все вот эти качки, вот они что-то накачивают. Ну, а мы вот накачиваем с вами. Форма. Мозг. А сущность потом. Кто накачивает? А что, сущность может? Какая у них сущность? А сущность какая? Так, есть ли вопросы? Сущности потом не получится, она уже есть. Есть ли вопросы? Нету? Тогда желаю всем хорошей подготовки к следующему занятию. Отрицательное суждение. Все. Спасибо.